уголовном розыске, где я служил, вот за годы службы моей, я не помню случаев, чтобы кто-то из наших сотрудников брал взятки. Сегодня это может звучать смешно, расценивайте это как угодно. Но со мной работали очень честные, очень порядочные офицеры милиции. Ну и в те годы не очень-то и предлагали по одной простой причине, потому что не знали, чем закончится предложение. Это сегодня не предлагают взяток, сегодня взятки вымогают. Человек приходит, ему сразу называют цифру, расчехлили, как они говорят, и будь здоров. Куда девался рояль Беккер за номером 97012? Повторная дача взятки должностному лицу. Статья 13, пункт. 114. Он свободный. Раньше человек, который пытался дать взятку или думал об этом, он искал 28 знакомых, через каких-то пятых там родственников, где-то кто-то там где-то в школе учились. И он не заносил взятку. Там взятка сама, так сказать, конверт где-то был на улице, он боялся, что его сейчас сразу скрутят в прокуратуру, так сказать, и так далее. Очень суровая была санкция и за дачу взятки, и за получение. До высшей меры наказания. Но были две легендарные взятки. Итак, первая взятка. Причем каждый райотдел города Одессы приписывал, что это происходило с его сотрудником, но... Не будем говорить, кто, с кем. Дознаватель. Долго ходил к нему, упрашивал клиент. Там какой-то вопрос надо было решить. Возьмите, возьмите, возьмите. Сумма сумасшедшая по тем временам. Там что-то около 200 рублей. Это полторы зарплаты было офицера милиции. Вот. Первая зарплата лейтенантская была 137 рублей в уголовном розыске. Ну, в общем, короче, уговорил. Говорит дознаватель, приноси. Тот принес, в кабинет зашел. Он говорит, нет, дружок, мы с тобой здесь ничего. Поехали. Завозит его за город. Деревья, кусты. Тот говорит, ну, давайте, берите и решим вопрос. Он говорит, нет, подожди. Вот видишь, два дерева, две березки рядом стоят. Ты на одно из них залезай. А я залезу на другое. Тот говорит, да вы чего, ну как же. Так, не хочешь, я ничего не беру. Ладно, залезу, залез. Сотрудник залез на другую березку. Говорит, так, давай раскачиваться. Значит, вот когда березки вот сойдутся, ты мне сразу протянешь, я заберу. Да вы что, ну, не возьму. Все хорошо, раскачиваются. Раскачались, сошлись березки. Он ему деньги тут взял, все, слезли. Говорит, все, спасибо, я решу вопрос, до свидания. Что-то там не случилось. И этот взяткодатель, назовем его так, пошел с повинной в прокуратуру. А человек, который пришел и заявил о взятке, он освобождался от уголовной ответственности. Ну, прокуратура в те времена злобствовала, свирепствовала, совершенно справедливо, надо сказать. Только мечтала кого-нибудь сотрудника милиции захватить на взятки на чем угодно. У нас в райотделе был следователь, которому дали 8 лет за то, что он с потерпевшим, тот там расследовали дело, машину нашли, потерпевший принес бутылку водки. И они вместе распили, потерпевший. Он получил 8 лет. То есть, какие времена были. Ладно, что-то не сложилось, побежал в прокуратуру, взяткодатель, говорит, так, я дал взятку, все, ну, взятку, кому, милиция, боже, давай, быстренько пиши, как это было. Взяли его заявление, после слов, когда мы залезли на деревья, так, насторожились, говорят, а, ну, подробнее, да вот так, он на одном дереве, на другом, там, это вот. Посмотрели на него внимательно, говорят, поехали, покажешь, на место. Приезжают на место. А там нет деревьев. Там даже пеньков нету. И дерн, травка растет. Я говорю, так, с сумасшедшими дела не имеем, иди лечись, и все. Что сделал сотрудник, который взял деньги? Он на следующий день, понимая, что могут быть неприятности, поехал. Спилил эти две березки. Выкорчевал пни. Все заделал травкой. И тем самым освободил себя от возможности быть привлеченным к уголовной ответственности. Вторая взятка легендарная была связана с ГАИ.
Товарищ начальник. Здрасте. Была получена информация, что на трассе стоит сотрудник ГАИ старшина. Ну, вы понимаете, что фамилию я опускаю. Который берет взятки очень оригинальным способом. Вот он останавливает нарушителя. Тот выходит, командир, там 3 рубля, на согнутых ногах идет, 3 рубля в руке. Тот говорит, не-не-не-не, товарищ, извините, уберите деньги. Деньги, убрал деньги, а то сейчас по полной программе. Тот прятал деньги, говорит, что это такое, что мне взятку, что ли, прятал? Не, ну командир, ну... Так, ну да, так, по-мужски. Хочешь меня угостить, может, там? Это пожалуйста, а деньги никогда. Да, хочу угостить, конечно. Ну вон там, кафе, буфетик, идем, там, угостишь меня так, как мужик мужика. Заходили они в это кафе. Старшина говорил буфетчице: Марья Ивановна, ну, налей мне 200 грамм коньяку. Та с бутылочку доставала. 200 грамм, стакан. Гаишник выпивал залпом, крякал, занюхивал. Ну, а клиент рассчитывался. Причем тогда вот в буфете с наценкой, я помню, по-моему, и в ресторанах, там водка стоила рубль 20. Ну, коньяк в два раза дороже, там 100 грамм, значит, 20, где-то 5 рублей. Ну, серьезные деньги по тем временам. Тот отдавал буфетчице 5 рублей, та еще могла там копеек 60 сдачи отдать. И счастливо уезжал. Вот пришла информация, решили, это взятка. Это закрытая взятка. Это взятка типа, давайте поспорим, Иван Иванович, что Черноморец выиграет у сборной Бразилии 60-0. Давайте, все, не выиграет, получил. Решили брать его. Документируют. Идет фотосъемка, идет видеосъемка, киносъемка. Подъезжает машина, раз, буфет, 200 грамм коньяку, в буфет 200 грамм коньяку. В общем, пятым нарушителем был сотрудник, который предложил ему взятку. Он говорит, нет, нет, дружок, ты что, взятку, сейчас я тебя вообще здесь поломаю. Угостишь, пожалуйста. И вот они заходят в кафе, наливают ему стакан коньяку. Он выпивает, все, сотрудник рассчитался, деньги мечены. Он в руки, старшина ничего не берет в руки. И тут его берут. Заломали. Ну, первым делом на экспертизу. А экспертиза показывает, это пятый стакан, что он трезвый. Анализ, кровь, дыши, не дыши, трезвый. В итоге что оказалось? Вот эта буфетчица, это была его кума. Она открывала бутылку коньячную, но в ней был чай, заварка. Он выпивал каждый раз стакан чаю, был постоянно трезвый, а за этот стакан чаю нарушитель рассчитывался 5 рублями денег, которые он потом забирал у этой буфетчицы. То есть идея, конечно, замечательная, но в чем смысл? Боялись, придумывали на деревья залазить, в чай пить вместо, так сказать, коньяка. Боялись, потому что знали, что так не пройдет, как сказал один министр внутренних дел. Ну, взял он там 500 гривен денег, так что это взятка? Этот министр бы при советской власти бы уже там где-то лез, пилой «Дружба-2» пилил, понимаете? Боялись. И правильно боялись. Потому что там, где взятка, там конец государства. Вот когда-то был фильм при советской власти, ну такой средней руки, но такой, нормальный, все смотрели. Называлась «Ошибка резидента» и «Судьба резидента». Там, значит, шпион американский, ну вы же знаете, в то время, если оттуда он шпион, а наш это разведчик. Значит, американский шпион, он был заброшен сюда, он разрабатывался органами Комитета госбезопасности, играл в женов шпиона, ну и, сказать, органами Комитета госбезопасности была приведена оперативная комбинация, был введен в разработку, значит, сотрудник КГБ, и легендированно он введен был, у него была легенда, что он серьезный преступник, сбежал с места лишения свободы, убил конвоира и так далее. Играл замечательный артист Ножкин. Все хорошо, все нормально. Но вот те консультанты, которые этот фильм, очевидно, просматривали и давали советы, они были комитетские. Вот.
А надо было взять еще и милицейских. Потому что этому герою Ножкина, по легенде, ему была, так сказать, у него была кличка воровская. Бекас. То есть, просто все, кто должны были слышать, просто из блатных падали в омар. Но авторы фильма не знали одной детали маленькой. Что бекас на воровском жаргоне означает вошь. А в других зонах – окурок. Поэтому я вот к тем ребяткам, которые вот там в таких листовках используют терминологию уголовную, я бы им посоветовал так внимательно относиться. Если уже по фене ботаете, то как бы отвечайте за свои слова, иначе можете попасть в передрягу, как с бекасом. Следующее, что меня очень сильно как бы тоже немножко рассмешило, небольшая заметочка в газете. И вот там написано: сбор на скульптуру Котигорошку начали в Белгороднестровском. Там даже обратились за помощью к бизнесменам. Памятник установят в парке Победы в городе Белгороднестровск. Я вообще любил сказки народов мира, у меня было, так сказать, собрание этих сказок. И лет 50 назад я больше читал эти все сказки там про мальчика с пальчика, недоношенного, он был бы маленький, его никто почти не видно было. Про Колобка, знаете, поздний ребенок, гидроцефал с такой головой. И там где-то вот среди этих сказок крутился Котигорошек. Значит, помню, что Павел маленький, с горошинку, но дюжи крепкий. Ходил по деревне, всех бил, пока ему там не сказали: слушай, так, иди уже отсюда, уже давай. Давай, иди, делай какие-нибудь добрые дела. Или одно доброе дело. Ну, я не помню, какие он добрые дела. Давно полвека прошло дело. Может, пошел бить кого-то в другую деревню. Но, во всяком случае, так сказать, герой сказки. Вот, и сейчас его предлагают в новые народные герои Украины. Вот, он будет, значит, в парке Победы будет памятник Котигорошку. Если ему поставят памятник, я обязательно поеду. Посмотрю. Я уже подготовился. Я же не могу с пустыми руками к памятнику самому этому Котигорошку. Я повезу ему, положу под памятник. Вот я взял брикет суп гороховый. Ну, как бы ему это близко будет. Но не цветы же класть, не Тарас Шевченко. Поэтому я ему, значит, вот брикетик супа горохового, если памятник, на открытие повезу. И положу, отметив его как одного из новых героев нашей страны. Я сейчас вам расскажу свою версию очень известной сказки о золотом ключике. Город у моря, алкоголик, плотник и столяр Джузеппе находит полено, дарит его не очень удачному артисту Папе Карло, тот делает из полена Буратино, и радуется этому обстоятельству, что у него появился сынок. Что касается Буратино. Вот по моему убеждению, это конченый негодяй. Ну, законченный просто. Маленький такой большевик, иждивенец. Он когда остается наедине со столетним сверчком, он говорит сверчку: я хочу гулять, отдыхать. Ну, вот как наша молодежь сейчас в большинстве случаев. Отдыхать, гулять, кошек за хвосты тянуть. Вот я этого хочу. А сверчок, он наивный, он старенький, он еще мыслит теми категориями. Говорит: Буратино, дружок, то надо же учиться, надо слушать папу Карла. Буратино хватает молоток и запускает сверчка. Рыбу-кашка-таракашка! Ну, минимально здесь попытка нанесения телесных повреждений. Это я для юристов говорю. Я уже не говорю о том, что может быть и покушение на убийство. Ну, дальше Буратино получает от папы Карла, который продал свою курточку, чтобы, так сказать, ребенку, учебник, и идет в школу. По дороге он спекулирует, отдает учебник, попадает в театр Карабас-Барабас. Мы привыкли все, что Карабас-Барабас – это злобный какое-то, так сказать, мерзкое существо, отрицательный герой. Совершенно неправильно. Это один из самых порядочных людей в этой сказке. Вот давайте посмотрим, что такое Карабас-Барабас. Замечательный менеджер. Он директор театра. Он продюсер.
по его театрам продюсирует и платит актера. В сказке написано, что он доктор кукольных наук. Ребята, это кандидат, виноват, это доктор искусствоведения. По нынешним временам. Он драматург, они играют, куклы играют его пьесу. Он поэт и композитор, они поют польку «Карабас-барабас». Он хореограф, они танцуют польку «Карабас-барабас». Какие претензии к нему? Интеллигентный, образованный человек. Более того, когда он разговаривает с Буратино и узнает, что есть там у папы Карла в каморке там дверца, он понимает, что это та заветная дверца. Что делает «Карабас-барабас»? Он что, папу Карла на поля орошения вывозит? Или там быстренько меняет его каморку на квартиру на поселок Котовского, там, а то еще дальше в Коминтерновский район, чтобы папа Карла исчез? Нет. Он дает Буратино 5 золотых. И говорит, а дай папе, пусть папа куртку себе купит, не простудится, не умрет. Пусть папа еду купит. На что рассчитывает Карабас-Барабас? Как порядочный и честный человек. Очевидно, он рассчитывает, что он с папа Карла по 50% будут бизнес вести. У вас дверца, у нас ключик. Ну, пока ключика нету, но он теоретически у нас. Разве это не порядочно со стороны Карабаса-Барабаса? Что происходит дальше? Где ключик, который принадлежит и принадлежит Карабасу-Барабасу? Ключик он потерял. Он выронил его в озере, где живет черепаха Тортилла. Он умолял черепаху Тортиллу. Верни ключик, он мой. Черепаха Тортилла не возвращает. Другими словами, если исходить из статьи кодекса, она завладела непринадлежащим ей чужим имуществом. Зная, кому оно принадлежит. Друг Карабаса-Барабаса, народный целитель Дуримар, он тоже просит черепаху, ну верни ключик, но не твой же ключик. Нет, ничего не знаю, все. И только когда попадает в пруд Буратино, ключик оказывается у него. А ты знаешь, ты почему-то мне очень понравился. Я обаятельный. Я хочу подарить тебе ключик. Ну, ситуация житейская, понимаете? Не первой и не второй свежести черепаха Тортилла. Тут в пруд попадает такой задорный, молодой Буратино, да еще с таким вот носом. Все, на тебе ключик, иди отдыхай. Что происходит дальше? Буратино со своей компашкой, со своими поддельниками, Мальвина, Пьеро, Псом Артамона, они нападают на Карабаса, на Дуримара, на представителей власти, которые тебя привели, и совершают в отношении их хулиганство, причем с исключительным цинизмом и особой дерзостью. Ну, там телесные повреждения тоже есть, без расстройства здоровья. После этого, схватив ключик, они убегают, забегают в театр, открывают, заскакивают туда и захлопывают за собой дверь. Все. Ребята, все произошло. Собственность поменяла хозяина. Произошел рейдерский захват. Что делает Карабас-Барабас? Берет бригаду, там, гранатомет, муху, стреляет по дверям. Не, ничего подобного. Этот наивный и честный человек скребется, стучится и кричит. Именем Тарабарского короля, именем закона, откройте. Наивный, кто тебе откроет уже? Там же просто какая-то волчья стая, которая совершила это все. А ты интеллигентный, нормальный человек. Ну, понятно, кто в этих ситуациях страдает. И кто побеждает? Побеждает тот, у кого наглости больше, силы в руках, а не в мозгах и так далее. Вот такая история про... Я впервые тогда, вот, когда я прочитал... Это, кстати, моя любимая сказка была «Золотой ключик». Я ее начал читать где-то в 3 года. И читал много раз. Потом я понял, что это детектив. Когда я работал в уголовном розыске, я воспринимал это как детектив. А сейчас я, понимаю, что это был рейдерский захват и все, что с этим связано. Я могу продолжить эту сказку. Она на этом закончилась. Закончилась тем, что там флаги развиваются, папа Карло на кассе сидит, билеты продает, театр, все, праздник. Это все по-другому закончилось, на мой взгляд. Значит, этот театр скоро превратится в заведение, где Мальвина откроет кабаре.
Ну и массажные кабинеты для своих. Пес Артемон станет руководителем какого-нибудь охранного бюро и будет выполнять деликатные поручения. Пьеро станет редактором либеральной газетки. Ну, так условно, какое-нибудь «Правое дело кукол». А вот Буратино, Буратино начнет баллотироваться в Верховный Совет. И помогать ему в этом будет его пресс-секретарь Лиса Алиса и руководитель избирательного штаба Кот Базилио. Вот так будут развиваться события. Ну, с папой Карлой понятно, там ему его сделают почетным директором этого ООО, и он там где-то будет рыбку ловить. Хотя у них появится небольшая проблема. И проблема появится в виде временно трезвого столяра и плотника Джузеппе. Он придет и скажет им: ребята, ведь без моего полена не было бы Буратино и не было бы ничего. Поэтому хочу 25%. Ему скажут: хорошо, 25% будут у тебя, зайди вечером. Вот с того вечера, кстати говоря, никто Джузеппе не увидит и больше о нем не услышит. Но это совершенно другая история.